Бабуля, доброе утро. Меня тоже будешь бить? Конечно, чтобы все было хорошо. Ножки, ручки не болели, голова тоже не болела. А я Антон. Бабушкина еда. Так, Афонечка, давай зови Антона, скажи, поехали. А конфетки? Да какие конфетки? Никаких конфеток. Так, Антош, ты все, бери, обувайся и бери портфель. Ты обулся? Да. А. Я в другом кармане, но мне жарко, мне холодно. Афонь, ты оделся? А, мои кандалы зеленые. Вот. Это я садик. Садик, два карандаша. Поделите. Афонь их сам поточил, да? Не потом я еще сегодня поточу. Угу. Так, Антош, давай, время, у тебя сейчас урок мужества. Да, иду, сегодня хорошая погода, да? Сегодня хорошая погода, сынок. Доброе утро. Доброе. Будем здесь утро наше снимать, да? Уже малинка. Где? А вот малинка будет. Ну, ягодок нет, но уже есть листики. Будем есть. Да. Потом. Ну что, поехали, сына? Да. Антоха сейчас вместе с Викторией пойдут. Да? А мы с Афоней куда, Афонь? В садик. Да. Мы с Григорием завтракаем. Хлеб цикада? У мамы яичница, хлебцы. Вчерашние, которые я купила с рисовой или с кукурузной мукой и с прованскими травами и авокадо. Давай это хлеб цикада. Гриш, ты начинаешь сейчас меня бесить. Блин, ну ты должен сказать авокадо. Гриш, я сейчас буду готовить курочку. Здесь у меня бедрышки без кожи, без кости. Я порезала их на две части. Хочу, чтобы мясо было достаточно такими большими кусками. Сейчас порежу сюда лук, чеснок и сделаю соус из соевого соуса, подсолнечного масла, меда, горчицы. Все это залью и буду запекать. В общем, любим мы такое мясо. Соус я здесь наколотила, подсолнечное масло, горчица, соевый соус. Знаете, все на глаз, но соевого соуса так достаточно, потому что он будет солить все мясо. Мясо без соли, немного поперчила, вот лук. Чеснок, сейчас все вылью соус и буду прям руками все, знаете, прям переминать, чтобы и лук пустил сок. Вот мед не стала добавлять, не хочу его доставать. Вот какая-то лень. Поэтому будет без меда. Все, сейчас заливаем и будем все руками перемешивать. И потом еще и само мясо пускает сок. И получается все вообще очень вкусно. Даже мариновать не нужно. Я вот сейчас все это перемешаю и сразу поставлю в духовку. Хотя можно было бы с вечера сделать, знаете, помариновать мясо, но я почему-то поленилась. Так, все, сейчас ставим в духовку. Примерно минут на 40. Ну, соответственно, мясо бывает разное. И нужно проверять. Минут 40 точно. Все вроде бы готово. У нас рабочий день начался. Даже Григорий помогает, да, Гриш? Я 7 пучков петрушки создал. И вот третий я жутил. Бизнес-план в голове. Не раскрывай. Тебе сколько надо? 10 всего? Вот это бизнес-план. Да, давай я. Ага. Хорошо. Сейчас. Мясо уже для мальчика готово. Они уже пообедали. Я готовлю теперь обедать себе. Здесь куриная грудка, 320 грамм, 35 грамм лука. Все это на сухой сковороде обжаривается. Я сейчас готовлю соус. Соус это 200 грамм помидор. Немного соли, немного прованских трав. Сейчас все это блендером забью. Будет такой соус, который я залью мясом. Получилась вот такая вот штука. Сейчас она немножечко потушится под крышечкой. Я уже буду кушать. У меня на обед как будто болоньезы. Вот я уже отварила пасту.
Барилла в сухом виде должно быть 55 грамм. Кто-то мне сказал, что должно быть в вареном виде. Нет, потому что в вареном виде непонятно, сколько макароны возьмут воды. И каждый раз разные макароны весят по-разному. То есть 50 грамм, 55 грамм, например, спагетти весят в вареном виде, могут весить чуть больше, но просто так как вода имеет нулевую калорийность, поэтому вот как-то так я думаю. Вот сейчас покажу листик с меню, да, что у меня сегодня: глазунья с хлебцами, с авокадо, яблоки, миндаля нет, поэтому я его не ем, спагетти болоньезе, вот курочка сейчас для этого тушится, на полдник будет овощной салат, фаршированные перцы на ужин. Так, вот так вот, кто хочет, заскриньте. Мое меню на 1400 калорий получается. КБЖУ, вот, ну, в смысле, белки, жиры, углеводы. Все рассчитано. Ну что, все, мой обед готов. Посмотрите, тут целая гора. Ну вот, его нужно съесть. Я еще от себя тебе добавила зелени. Антошка уже приехал. А если сразу сегодня вырвать? У Антохи начали шататься какие? Передние вот эти зубы, верхние, да? Яблоко на ком. Нет, еще эти надо и яблоко на ком. Да. Ну как сегодня день прошел? Вернее, полдня. В школе? Да. Что урок мужества как? Урок мужества скучный. Скучненько было? Да. Там интересно записывать это все. Неинтересно тебе? А где тебе интересно? Какой ты любишь больше урок? Математика. И сегодня была понеконтрольная. Ты справился? Я ее справил. Я исправил ошибку легко. Я написал 5. А потом сам проверил? Я сам проверил. Это не будет сказать, считаться ошибкой. Ну, если ты сам исправил, то конечно. Вот это вот одна ошибка. Все, тогда давай кушай, я пошла вязать кинзу. Кинза сегодня у нас. А сколько? Что, кинзы? Да. Не знаю. 150? Наверное, не знаю. Так, все. Складывать все в машину. Глубокую первую, да? Всем привет, я только что приехала с Краснодара. И немножко не успела, сижу, не повезло. Ну, я не то, что немножко не успела, я бы успела к стоматологу Афоне, но у меня в машине были сливки, я купила в кондитерском магазине, и сыр сливочный, поэтому мне пришлось быстренько ехать, чтобы это все положить в холодильник. Вот сейчас очень голодная, готовлю себе ужин, поужинаю, а вот полдник, который салат, помидоры, огурцы, ставлю себе на еду после танцев, потому что я реально хочу есть после танцев, поэтому оставлю себе их, а сейчас готовлю ужин. Ужин у меня запеченный перец, вот я его очистила, должно быть 150 грамм очищенного перца. Сейчас я сюда сложу мясо, которое я делала в обед. Вот так вот выглядит мои фаршированные перцы. Сейчас они отправятся в духовку. Там написано минут на 20, но мне кажется, что перец нужно побольше запечь. Ну, посмотрим. Что-нибудь видите? Мячик видите? Мужчины тут играют. Знаете, какое небо красивое. Футбол. Папа! Это что было? Мяч. В темноте даже мяча не видно, но они играют. I used to believe.